получилось так, что родилась эта композиция? Ох, я пишу песни, и меня, в общем, творческий путь определенный привел к песне именно этой. Я думаю, что здесь нужно говорить о своевременности ее выхода, и сейчас весна, и самое время для этой песни, песни про любовь, про солнце, про романтические самые светлые чувства в душе, поэтому самое лучшее время, чтобы эту песню выпустить. Не знаю, что еще добавить. В одном из своих интервью вы говорили, что не любите повторяться. То есть это тема, которая еще вами не изведана? Нет, повторяться все-таки приходится, потому что есть такие важные вещи в жизни и чувства, о которых нельзя переставать говорить, даже если эти истины кажутся некоторым избитыми и банальными. Я считаю важным говорить о действительно вещах значительных, и что может быть более важным и значительным, чем любовь, чем такое посвящение одной единственной женщине, для которой я живу и которой посвящаю, и благодаря которой я вообще живу и имею поводы себя проявлять лучшим образом. После длительного перерыва вы вернулись все-таки на сцену. И скажите, с чем это связано? Это своего рода такая карма? Вообще вы верите в судьбу? Я верю в то, что моя судьба сложилась таким образом, что я должен заниматься именно этим, потому что из всех других вариантов у меня все-таки это получается лучше всего. А если уж других вариантов себя проявить в этой жизни нет, то нужно делать это максимально классно, качественно и по-настоящему. Поэтому перестал метаться и вернулся к своему привычному занятию с новыми силами, с новыми идеями и по-настоящему. Как вы собрали команду свою, которая принимала участие в этом клипе? Уже проверенный режиссер, с которым мы делаем уже третью работу. Режиссер талантливый, гениальный, необычный в том смысле, что он каждой своей работой живет. Он еще не превратился в ремесленника, который делает свои работы механически. Он по-настоящему вникает в суть творческой работы, которую ему предстоит сделать. И в этом мы с ним очень близки. Мы нашли общий язык, стали единомышленниками. Нам нравятся во многом одинаковые фильмы. Мы примерно одинаково понимали, что мы хотим этой работой сказать. И в этом смысле совпали и сделали такой творческий подвиг. И, конечно же, наше благословение – это Маруся Фомина, актриса, которая стала звездой этого клипа. Без нее бы ничего не получилось. Был в подвешенном состоянии проект, пока она им не заинтересовалась и не ввязалась в эту авантюру. И пока она не сыграла, в общем, свою роль и в итоге настолько оправдала нашу всю задумку, что я счастлив, что все получилось. И получилось, может быть, даже лучше, чем могло бы. Я очень горд и рад этой работой.